Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекин. Часть 2. Задание 380. Что получится, если некоторое число А разделить на число 1? Что получится, если некоторое натуральное число А разделить на это же число А? Запиши эти свойства деления с помощью соответствующих равенств». Итак, по порядку. Что получится, если некоторое число А разделить на число 1? Но когда мы делим какое-то число на другое какое-то число, то мы как будто бы это число, первое число делимое, мы его делим на столько, сколько-то равных частей. Но о чем говорит и делитель? Если мы делим на 2, то мы делим на 2 равные части. Если делим на 3, то на 3 равные части. Если на 18, значит на 18 равных частей. А если мы делим 1, то мы делим на 1 часть. Значит, тогда эта часть равна самому целому, то есть самому числу А. Причем за этим числом А может скрываться любое число. Итак, запишем. Число А делим на единицу, получаем само это число. Дальше. Что получится, если некоторое натуральное число А разделить на это же число А? Теперь мы берем число А и делим его на себя, на А. Ну, за числом А может скрываться любое натуральное число. Например, 8. Если мы 8 разделим на 8 равных частей, то чему будет равна величина 1/8 части? Конечно, это будет единица. Если мы 15 разделим на 15 равных частей, то тоже получим единица. Поэтому мы должны записать равно и после знака равно в правой части записать единицу. Ну, за этим числом А, за этой переменной А может скрываться любое натуральное число. И каким бы ни было число А, всегда будет выполняться равенство. Если число разделить на себя же, то получится всегда единица. Ну, на этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.